Сегодня наступил такой момент, когда страшное серое видео игнорируют ваши зрители и потенциальные заказчики. Более того, они никогда больше не будут смотреть ваши однообразные видеоматериалы и уж тем более ничего у вас не закажут. Можно, конечно, не принимать это близко к сердцу, однако видео сейчас занимает главные позиции уже везде, и в реальной жизни, и в интернет. С помощью него люди зарабатывают хорошие деньги, предлагая свои видеоуслуги населению и организациям, или продавая свои услуги и товары, а также продвигая свой бренд. Что заставляет ваших зрителей возвращаться к просмотру ваших видео снова и снова? Что заставляет клиентов заказывать ваши видеоуслуги, обращаясь только к вам? Это детальная обработка отснятого видео, направленная на преобразование и адаптацию цветовой гаммы каждого участка и объекта в видеокадре с целью стилизации под конкретные требования. Такая детальная видеообработка придает картинке необходимый эмоциональный окрас, что помогает зрителю лучше ощущать настрой фильма, ролика, клипа, рекламы, видеовыступления или любого другого живого видео. В этом случае зритель более глубоко погружается в сюжет вашего видео и досматривает его до финала. Но проблема в том, что многие люди не умеют или не хотят по одной из причин делать качественную видеообработку, а большинство из них даже не знают, что это такое и зачем это делать. Например, видеографы, которые снимают различные ролики, свадьбы, живые выступления или другие мероприятия, объясняют это тем, что детальная видеообработка и коррекция цвета – это кропотливая, трудоемкая работа. И для того, чтобы придать каждой детали видео свой колорит и цветовой видеоэффект, или замазать дефекты лица персонажа, например, прыщавой невесте или морщинистому спикеру в кадре, требуется очень много времени. А те люди, которые выставляют свои живые видео на показ, например, в интернет для различных целей, об этом и вообще в первый раз слышат. Можно, конечно, заказать видеообработку с коррекцией цвета в какой-нибудь видеостудии, однако такая работа стоит у них огромных денег, а через несколько недель или даже месяцев вы можете получить совсем не тот результат, который ожидали. Мое имя Сергей Панферов. Я уверяю вас, что отныне детальную обработку с коррекцией цвета и скрытие дефектов в живом видео вы сможете делать сами своими руками, причем тратить на это время вам практически не надо. Все делается легко, быстро и без лишней зауми. Я решил поделиться с вами собственными алгоритмами по детальной видеообработке и записал для вас видеокурс «Создание магических видеоэффектов за считанные минуты». Внутри курса вы увидите, как сделать так называемую киношную картинку, как откорректировать определенный цвет без изменения других, как сделать видимость тени, как выделить определенный участок видео, как раскрасить необходимый объект внутри видео, как поменять один цвет на другой, как сделать видеоретушь человеческого лица и как удалить видеошум после съемки при плохом освещении. Вот несколько примеров из курса. Перед вами сейчас фрагмент из кадра, снятый обычной дешевой любительской видеокамерой. После цветокоррекции всей картинки мы получаем вот такую уже более насыщенную картинку. Мне просто нравятся более холодные оттенки видео, вы же сможете сделать свое видео теплее. Кстати, отдельные объекты стали более цветными, а лица теплее, независимо от холодного фона. Например, я хочу изменить вот этот лимонный цвет слева на тускло-оранжевый, чтобы он не выделялся, или вообще его приглушить, чтобы внимание зрителя сосредоточилось на главном персонаже, который сейчас находится справа. А чтобы еще и усилить внимание на нем или части видеокадра, делаем их еще выразительнее. А если вы хотите сделать свое видео в более теплых оттенках, то и это не проблема. В результате у нас получается вот такое видео, исходник, естественно, слева, обработанное видео справа. Теперь вот из этого любительского исходника, к примеру, вы хотите сделать киношную картинку, как в большинстве голливудских фильмов. Пожалуйста. Вся картинка в сине-зеленом спектре, а главный герой наоборот, в оранжевом спектре. Причем это также придает контрастность и соответствующий настрой. А если вы хотите показать какие-либо детали, которые сейчас скрыты тенями, то и это можно сделать без потери той же самой контрастно-цветовой картинки. Очень люблю путешествовать и снимать для себя небольшие фрагменты. Вот, например, исходник. Делаем видеообработку и становится намного лучше.
А теперь я хочу, чтобы эта река стала морем, и делаю ее зеленого цвета. Причем все остальные детали видеокадра остались без изменения, и даже небо, которое по цвету примерно схоже с рекой. Конечно, я не претендую на правильность выбранного мной морского цвета, я просто показываю реальные возможности. Еще один пример. Вот в этом исходном видео мы видим блеклые объекты и участки. Серое небо, стального цвета реку, но с помощью детальной коррекции получается вот такая видеокартинка, которую уже приятно смотреть. Но мало того, мы можем отдельно откорректировать каждый элемент этого видео. Например, строение на том берегу реки и градиентный горизонт неба. А также, к примеру, придать вот этому судну эффект отблеска солнца. Такая картинка создает у зрителя уже совершенно другое настроение. А следующие видеоэффекты понравятся тем, кто снимает видео персонажей или себя средним и крупным планом. Например, вот у этой пожилой женщины мы можем сгладить морщины. Вот сейчас уже она выглядит лет на 10 младше. Или, к примеру, на лице человека есть прыщи, апельсиновая кожа и другие изъяны. Мы можем избавить человека от них в видео. Лицо будет не хуже, чем у модели. Кстати, остальные элементы видео могут остаться без изменений. А вот еще один алгоритм видеоретуши лица. Вот как это было и как это стало. То есть для тех, кто любит более гламурные видеосюжеты. Вот так это смотрится в видео, чтобы вы могли убедиться, что это не фотографии, а настоящее живое видео. А это второй вариант, который больше всего подойдет именно для гламурных женщин и девушек. Все, что вы сейчас увидели, делается за считанные минуты и не требует определенных навыков. Я показал несколько своих примеров, но по моим алгоритмам вы сможете все это легко и быстро проделывать на любом своем живом видео. Таким образом, вы можете отличаться от ваших конкурентов своим видео. Любые ваши видеоработы и услуги за счет детальной обработки будут стоить намного больше. А также вы можете принимать заказы от других видеографов или людей и зарабатывать приличные деньги на постоянной основе. Видеокурс создания магических видеоэффектов за считанные минуты – это уникальный и качественный обучающий комплект, который принесет вам множество выгод. Даже с одной видеоработы вы сможете получить десятки тысяч рублей. А сколько вы их можете сделать в будущем? Поэтому я имею полное право просить за мой курс 15 тысяч рублей. Но желая помочь каждому человеку, особенно начинающим, для вас мой курс будет стоить не 10 тысяч и даже не 5 тысяч, а всего лишь 2490 рублей. Но только для первых 100 покупателей. После этого я сниму с продаж этот шикарный комплект. И еще вы гарантированно сможете сделать все, что показано в видеокурсе. Поэтому я даю вам свою тройную персональную гарантию. 100% гарантия качества материалов, 100% заботы и технической поддержки, 100% результат, и мы вам в этом поможем. Качество, забота, результат. Вот так все просто и по справедливости. Магические видеоэффекты своими руками за считанные минуты. Ну что, отличное предложение? Безусловно. Поэтому кликните по кнопке ниже данного видео прямо сейчас, чтобы оформить заказ. И получите этот великолепный комплект обучающих материалов по созданию магических видеоэффектов своими руками за считанные минуты на руки в самое ближайшее время. С вами был Сергей Панферов. До скорой встречи.